Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! В рамках расследования дела о ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы, возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД. Ранее прокуратура подтвердила информацию, что актер находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения в момент аварии, в результате которой погиб человек. В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта наркотиков неустановленными лицами водителю иномарки, сказали в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбуждено по СТ 228,1 УК РФ, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Ранее СМИ сообщали, что в анализах господина Ефремова обнаружены следы каннабиноидов, а также кокаина и кокаэтилена. Он образуется в организме при одновременном употреблении кокаина и алкоголя. При медицинском освидетельствовании в крови актера было обнаружено 1,23 мг Л-алкоголя. Авария с участием заслуженного артиста России произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады», 57-летний курьер Сергей Захаров, погиб. В момент ДТП господин Ефремов был пьян. С места аварии актера отпустили под подписку о невыезде. На следующий день, 9 июня, он был задержан и отправлен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.